Каждый уважающий себя фотограф должен знать и использовать при съемке гистограмму. Что же это такое? Это то, чем не пользуется наш оператор. А зря. Гистограмма всего лишь графическая интерпретация полутонов фотографий. По горизонтали идет шкала яркости от самого темного участка слева до наиболее светлого справа. По вертикали можно примерно определить количество пикселов вашей фотографии, которая попала в ту или иную область. Зачем же это нужно? По дисплею бывает сложно определить, насколько оказались пересвеченными или потерялись в тенях детали на снимке, особенно при ярком солнце. График же гистограммы никогда не врет. Если часть пикселей на шкале находится за пределами правой грани, значит что-то исчезнет в пересвете. То же самое слева, знайте, что в тенях деталей больше нет. В Live View вы сможете все это определять до нажатия на спуск. При съемке с оптическим видоискателем можно проверять уже только результат. Некоторые камеры позволяют контролировать гистограмму по каждому из каналов RGB. Лучше пользоваться именно ей, так как на общем графике вы можете пропустить, как один из каналов вылетел, а гистограмма покажет, что все супер. Это была минута о гистограмме на сайте kadr.com. Твитите в Facebook, если помогло или не помогло.